Продолжаем с вами, друзья, знакомиться с крутыми товарами из огромной вселенной Xiaomi. Все эти вещи залетели к нам сюда на стол благодаря нашим лучшим и постоянным друзьям на протяжении уже многих лет магазину ultratrade.ru, за что им огромное спасибо. Есть реально интересные эксклюзивные вещи. Как минимум, сегодня у нас подушка. Вы даже себе представить не можете, что находится у нее внутри. Умный стерилизатор-держатель для ножей, который подключается к приложению Mi Home, а также стоматологическое беспроводное зеркало и ряд других интересных вещей, которые, возможно, вам пригодятся, будут полезны и принесут пользу. Если даже нет, то не расстраивайтесь, ребят, у нас в этом видео конкурс с очень полезным призом. Смотрите видео внимательно, мы начинаем. Крутые товары Xiaomi. Для всех, кто любит себя изучать и у кого есть проблемные места в ротовой полости, в частности на зубах, суббренд Xiaomi предлагает прибор, который именуется как визуальное стоматологическое зеркало Xiaomi Time CISO. Я бы назвал проще – беспроводной эндоскоп или зубная камера, как указано на коробке. В комплекте помимо устройства есть спиртовые салфетки для дезинфекции, зубные палочки с нитью и металлический стоматологический инструмент крючкового типа с заточенными наконечниками, которые помогут извлечь застрявшие остатки пищи и исследовать области зубов. Кабель зарядки магнитный присутствует. В инструкции есть QR-код, по которому нужно скачать приложение для смартфона с одноименным названием бренда Time CISO. Зеркало имеет на конце камеру со светодиодной подсветкой и ультракороткофокусным расстоянием от 3 до 10 мм. Кнопка пуска сенсорная с кольцевой светодиодной подсветкой. Как по мне, лучше бы была механическая, так как случайно у меня получалось выключить несколько раз прибор. В настройках Wi-Fi на смартфоне нужно подключиться к зеркалу, после чего в приложении отобразится видео, считываемое им, а дальше уже направляем в нужное место и рассматриваем. Можно делать запись видео или фото, разрешение здесь HD 720p. Аппарат вакуумной очистки пор лица Xiaomi Well Skin Cleaning Beauty. Данное устройство предназначено для удаления подкожных так называемых черных точек, да и некоторых видов прыщей. Устройство поставляется в приятной коробке с неплохим комплектом, а также является портативным устройством за счет встроенного аккумулятора, то есть вы не будете привязаны к сети. Заряжается через порт microUSB в торцевой части. Под защитной крышкой находится съемный наконечник с фильтром. Всего в комплекте три разных вида наконечника. Они отличаются по форме, диаметру носика, а также своему назначению соответственно. Например, насадка с большим круглым отверстием идеально подходит для удаления угрей, а овальная для проработки узких участков кожи. Также в комплекте присутствует вариант насадки из микрокристаллического песка. Ей удобно шлифовать кожу в области лба, подбородка и щек. Управление, друзья, очень простое. Двухсекундное нажатие включает и отключает устройство. Кратковременные режимы выбирают мощность. Предусмотрено 3. Отображается состояние на дисплее. Устройство точно работает, мощность отличная, я бы сказал. При этом предусмотрена система безопасности. При повышенном давлении происходит сброс, так что повредить кожу сложно, но нужно все равно быть аккуратным. Приятно, что в комплекте есть еще две бутылочки лосьона с особым ароматом и смягчающим увлажняющим действием. Хороший дизайн, эргономика, цена, так что можете попробовать и проводить процедуру очистки лица дома, не посещая косметологические салоны. Движемся дальше. А вот эта вещь, друзья, есть практически у всех людей. Подушка. Xiaomi уже несколько лет выпускают их, и я сам сплю года 3 на подушке 8H. В этом году мы с вами тестировали еще две версии. И вот еще один вариант, который точно интересный. Название – ортопедическая подушка Xiaomi 8H Spring Edition RG2. Это реально что-то новое, как по мне, и нам сразу захотелось протестировать. Все дело в том, что подушка имеет 5 зон разной высоты. 4 зоны наполнены мягкими полыми трубками из полиэтилена. Зона поддержки шеи содержит антибактериальное волокно Sustans. Высоту каждой зоны можно регулировать самостоятельно. В комплекте поставляется дополнительный гранулированный наполнитель. Те самые трубочки. Это полые трубки из безопасного полиэтилена. Они имеют высокую эластичность, устойчивость к деформации. А такая конструкция, по заявлению производителя, еще и поддерживает оптимальную температуру в процессе засыпания и сна. То есть подушка не нагревается. Наружный слой – это 100% хлопок. Есть еще антибактериальный
антибактериальный эффект. Он достигается за счет добавления волокна Sustance. Размеры подушки 60 на 35 сантиметров, вес 1,5 килограмма. Подушку можно без опасений стирать в стиральной машине. У Xiaomi очень большой выбор подушек. Я рекомендую вам зайти и ознакомиться с разными вариантами. Поверьте, с помощью такой простой вещи можно улучшить в разы качество сна и потом продуктивность, соответственно, на весь день. Главное — подобрать под себя вариант. Я 3 года сплю и доволен, так что и вам могу советовать данную продукцию. Ну а эта подушка просто за областью фантастики что-то. Никогда не мог подумать, что вот эти вот нарезанные трубочки кто-то будет паковать в подушку. Что вы думаете, конечно, пишите в комментариях. Что, ребят, в 2 словах. Ощущения, конечно, очень интересные. Поддержка шикарная. Просто в любое место сюда свою голову опускаем, и она фиксируется и действительно подстраивается под шею, под саму голову. Удобно лежать, вот прям пытаешься перевернуться. Это сложно сделать. По удобствам, конечно, нужно тестировать несколько дней, переспать с этой подушкой несколько дней, потом уже можно будет что-то сказать. Первое впечатление — хорошо. Да, можно даже вот таким вот образом сделать. Если вы хотите смотреть фильмы, то вот поддержка получается вполне хорошая. Впереди там у вас телевизор, и наслаждаемся просмотром. Удобно, держит шею, хорошо. Есть несколько мест. То есть, если мы ложимся на бок, опять же, вот получается здесь у нас поддержка идет. Держит щеку, шею. Ну, достаточно неплохо. Это вообще интересный вариант, что кто-то мог додуматься в подушку поставить вот эти вот трубочки разрезанные. Если кто не понимает, это чуть толще, наверное, чем капельницу. Нарезать, просто запихнуть в подушку. Здесь их огромное количество, конечно. И в таком плане, ну, реально интересное ощущение. Просто рекомендую попробовать. Возможно, кому-то действительно очень зайдет, понравится. Я пока прям дискомфорта какого-то лютого не испытываю. Подушка жесткая. Опять же, можно регулировать, наполняя или убирая лишнее из этой подушки. И в крайнем случае, если вы не хотите спать на этих пластиковых трубках, можно перевернуть. И здесь гораздо уже помягче история. Здесь пух вспененный такой я вам показывал. Ну, достаточно интересно, ребят. Просто нужно попробовать. Подушки у Xiaomi топ. Я сплю на подушке, жена спит на подушке от Xiaomi. Разные варианты есть. Крутые вещи делают, действительно эксклюзивные. Еще 4 года назад они выпустили латексную подушку, свою первую, с которой я ознакомился. Вот она по сегодняшний день жива, и все отлично. Пробуйте, экспериментируйте, приобретайте. Да, вещи такие не дешевые, но это эксклюзив, я не знаю. Я не встречал подушку, у которой могут быть вот такие вот наполнители внутри, плюс 5 зон. Для каждой зоны есть отдельный карман. Отрегулируйте под себя, и возможно просто с правой стороны, если вы спите на правом боку, там сделайте чуть поменьше, с другой стороны чуть побольше. В принципе, есть куда разгуляться, и реально интересно, просто интересно. Xiaomi молодцы. Хорошие подушки, интересное качество, и опять же, да, в принципе, она не слишком-то нагревается, поддерживает вашу температуру. Удобно, круто и не так уж дорого, как могло бы показаться. И конкурс, друзья, приз у нас действительно полезный, это пенный дозатор U-Smart. Даже если у вас уже есть один, второй, третий лишним тоже не будет. Если нет ни одного, то вещь просто рекомендую, приобретайте, реально экономит время и пользоваться очень удобно. Лайк, подписка и комментарий. В комментариях предпочтительно пишите, что нам еще привезти из магазина ultratrade.ru, ссылочки все в описании. Заходите, выбирайте, там много реально эксклюзивных новинок, которые, может быть, вас заинтересовали, и посмотрим, привезем, протестируем, покажем вам, стоит ли это покупать. Лайк, подписка, комментарий, пенный дозатор, как только на этом ролике соберем 2000 лайков. Смотрим обзор дальше. Подставка для ножей и столовых приборов с ультрафиолетовой стерилизацией Xiaomi 5 Smart. Устройство, которое может пригодиться вам на кухне и внести новый эстетический вид, порядок и организовать удобство использования столовых предметов. На рынке в 2021 году многие производители начали выпускать подставки с функцией стерилизации. Xiaomi и партнеры также представили несколько моделей, и мы их еще рассмотрим, и некоторые уже обозревали. Так вот, данная модель выполнена в лаконичном стильном дизайне Xiaomi. Белый матовый пластик, скругленные края, все классно. В верхней части находится ряд органайзеров для досок, ножей, ложек, вилок и других столовых предметов. В комплекте есть 2 доски пластиковые с ручками. Данная база не только оснащена ультрафиолетовой лампой для стерилизации, но и функцией сушки горячим воздухом с циркуляцией. Если вы устанавливаете мокрые предметы, тоже не проблема. С нижней части есть специальный лоток для сбора жидкости. Его можно
можно извлечь и очистить без проблем. Ну и самое главное, друзья, ради чего мы здесь все с вами собрались, Xiaomi не были бы Xiaomi, если бы это устройство не было умным. Да, ребят, данный стерилизатор подключается к приложению Mi Home. После включения прибора в сеть нам всплывающим окном предлагают его добавить к нашему умному дому. Процедура простая, займет не более 2 минут. В приложении можем удаленно запускать стерилизацию, сушку, выбирать пресеты, устанавливать таймер, расписание, включать и отключать звуковое оповещение, активировать блокировку. В дополнительных настройках предусмотрены сценарии, автоматизации всего этого дела, так что разгуляться есть куда, если это вам будет нужно. Как по мне, основное это таймер, ну и включение удаленно. Прошивка новая тоже прилетела и обновился по воздуху. Вот такие дела, друзья, уже и держатели ножей и досок могут быть умными. Интересный, полезный, стильный девайс для вашей кухни, мощность у него 130 Вт в максимальном режиме. На рынке все больше появляется компактной техники для кухни, в частности это касается миксеров, блендеров, мясорубок и так далее. Проводных от Xiaomi тоже есть несколько видов, а это вот еще одна новинка 2021 года. Портативный блендер Xiaomi Pinlo. Это универсальный прибор, который быстро измельчит необходимые продукты, и вы сразу же сможете взять готовый коктейль с собой в дорогу или же выпить дома. Модель представлена в 2 вариантах, в красном и синем цвете. Смотрится интересно. Прибор, несмотря на свои скромные размеры, обладает высокой мощностью и скоростью мотора. Благодаря этому вы сможете измельчить как мягкие фрукты и овощи, так и твердые орехи, и даже лед дробит без проблем. Объем чаши составляет 450 мл. Этого вполне достаточно для приготовления фруктово-овощных напитков на одного или двоих. В комплекте здесь инструкция на китайском и кулинарная книга, яркая, красочная, красивая для здорового питания, точнее для создания коктейлей в блендере. Правда, язык тоже китайский, так что либо переводчик с фото, либо другой рецепт из интернета используем. Чаша из прочного безопасного пластика покрыта силиконовым чехлом с окнами для отслеживания уровня с 3 сторон. Там же есть логотип бренда Pinlo. Смотрится, ребят, интересно и добавляет цепкости при удержании чаши. Измельчитель представляет собой 6 лезвий, разных, размещенных под определенными углами. Это создает внутри колбы настоящий такой мощный вихрь, и все продукты постепенно измельчаются с высокой скоростью. Мощность 500 Вт и скорость 30 тысяч оборотов в минуту. Питается от сети 220 Вольт. Вилка здесь, конечно, китайская. Я советую использовать переходники, проверенные мною годами неоднократно. Вот этого варианта. Скоро я вам покажу еще более улучшенную версию, так что не пропустите. Для приготовления нужно забросить продукты в чашу, закрыть крышку с лезвиями, повернуть и установить на основание. Придавливанием включается мотор и, соответственно, измельчает, после чего переворачиваем чашу, снимаем лезвие и накручиваем крышку с клапаном. На ней есть ручка складная для удобства. Крышка-дозатор с блокировкой, так что случайно пролить у вас не получится. Удобная, компактная вещь, которая может пригодиться вам для приготовления различных коктейлей и не только на кухне, и в дорогу тоже. Ориентировочная стоимость $39, что вполне считаю отличным соотношением цена-качество. На сегодня все, друзья. Впереди у нас много еще интересных видео. Приехала еще партия крутых товаров Xiaomi. Принимайте обязательно участие в конкурсе, о котором я сказал немножко раньше. Приз действительно полезный. И всем Xiaomi-шного настроения. Увидимся скоро.